Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Завжди у цей час програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. І сьогодні це Євген Воробйов, голова правління благодійного фонду «Рух Милосердя». Добрий вечір. Добрий вечір. Итак, Евгений, ну, начнем то, что называется, сначала и скажем нашим зрителям, что на самом деле есть специальный повод для сегодняшнего разговора, потому что Национальный реестр рекордов признал вас рекордсменом в скоростном приготовлении шашлыка. Соответствующие документы у нас присутствуют здесь в студии, на столе. Ну, собственно, вот об этом. С этого, как минимум, начнем. Что это за история такая вот со скоростным приготовлением шашлыка? О чем речь? История длинная, позвольте, я расскажу об этом. Ну, хотя бы так, штрихами. 2014 год, начало АТО. Ну, знаете, какие были проблемы, как страдало наше население мирное, а также наши военнослужащие, которым приходилось в небытовых условиях готовить еду. Обогреваться тоже. То есть, и вот у меня была уже на тот момент времени задумка, но она была условная. То есть мангал, это есть мангал. А что можно сделать для того, чтобы приготовить, что, ну, изобрести и, будем говорить, сделать такое изобретение, которое было бы готовило по ускоренной системе, чтобы оно было многофункциональное, чтобы она подходила всем. То есть, будем говорить, и для мирных жителей, и для солдат в походе, в общем-то, будем говорить так, если у них там не оказалось той же полевой кухни, то есть это, в принципе, является мини-полевой кухни. И вот я, думая, размышляя, то есть экспериментируя в гараже, сотрудничая со своими товарищами, сварщиками, жестянщиками, то есть мы лепили, меняли, делали шире, меньше, больше вот это изобретение. Но задумка была вообще, то есть по принципу турбины. То есть, ну, принцип турбины всем понятен, да, горячие массы воздуха, то есть разгоняют самолет и так далее. А это на примитивном уровне, будем говорить, как возникает, допустим, смерчи в природе. Мы сделали трубу, то есть это не мангал, не короткий мангал, а в виде трубы. Поставили перестены как раз в рабочей части, где конкретно начинается разгоняться горячие массы воздуха, а потом в этот момент времени, когда как раз они разгоняются, мы их тормозим, то есть тормозим заслоночкой, которая выглядит в виде блюда сковороды. Накрывая, получается, то есть сверху мы получаем температуру, которая, ну, наверное, минимум в 3, в 4, а может быть и в 5 раз больше, чем в обыкновенном мангале. И только из-за, ну, не только из-за этого, там много законов физики работает. Получилось так, знаете, делаем одно. То есть используем один закон физики, второй закон физики, и получаем совсем третий закон физики, может быть, еще достаточно неизученный. Вот таким вот образом. То есть таким образом был изготовлен первый, таким экспериментальным пробный, путем, да, был изготовлен первый прибор, да? Смешно было. Фактически вообще для приготовления вот такого, с, да, я так понимаю, еще и с таким экономным использованием дров, да, и переносной прибор, который позволял готовить пищу в таких, ну, скажем, прямо примитивных условиях. Совершенно верно. Ребята также на блок стул в палатке использовали его как обогреватель. Ставили туда валуны вовнутрь, использовали, то есть достаточно успешно ребята обогревались. Ну, палатка, она, ну, там долго не задерживается. Как вы палатку непосредственно первый раз поехали в 2014 году на передовую? В общем, у моего товарища в Снежном есть родственники. На тот момент времени, вы знаете, была эвакуация, люди выезжали и так далее. Ему надо было эвакуировать маму, сестру, своего племянника. Вот, и мы поехали туда. История, будем говорить, такая, ну, мрачноватая. То есть, может быть, я, конечно, проговорю, мы поехали, и уже на тот момент времени было мое изобретение не запатентованное. То есть меня еще на тот момент времени собирала в поход, знаете, как говорится, Бушина Любовь Николаевна, если вы знаете ее. То есть это уважаемый мной человек, который сделал очень много хорошего и для города, и для людей. То есть, и вот меня туда отправила там. Мы поехали, случился пренеприятнейший инцидент, может быть, даже по моей неосторожности, я получил там ранение, контузию. Вот, вот такая была, в общем-то, интересная поездка. Вернулись мы оттуда, это был июль 2014 года, вот, месяц я, а может и полтора, то есть фактически я находился, то есть в таком состоянии, не знаю, сохранит мне Бог ногу или нет, но усилия моей супруги, ну, а также, наверное, молитвам, то есть будем говорить близких. Вот.
Я хожу, я живу, то есть и, собственно говоря, и уже контузия меня как таковая не беспокоит. То есть, ну, вот, вот и, история. И с этой первой поездки началась вся история? Ну, в принципе, да. Вы знаете, вот есть такой синдром какой-то, или, может быть, это просто инстинкт у человека. То есть, в принципе, что мы, волонтеры, делаем там? Почему мы едем туда? Почему ребята едут на фронт? Потому что это заложено, наверное, в инстинкте. Да, каким-то образом, то есть я это проговорю как реабилитолог, когда есть опасности с нашим близким, родным и так далее, мужчины, то есть по своей натуре, они должны находиться именно в том эпицентре, где это есть опасность. То есть, ну вот я об этом написал не одно стихотворение, вот, и хочу сказать, что вот именно таким вот образом мы едем туда. Как, потому что... А, собственно, я так вот интересовался, там такое необычное название у этого необычного прибора. Бомба? Бомба, что это значит? Ну, бомба, значит, это аббревиатура. Большой многофункциональный бочонок. Когда первый большой многофункциональный бочонок поехал в зону АТО, сколько их уже переправлено? Ну, они вот как раз с моей первой поездкой поехало 6 штук. Поехала. То есть это раздавалось на блокпостах, то есть фактически остальные 3, когда я вам говорил уже там под Шахтерском, то есть я отдал мирным жителям, то есть и мы уехали оттуда больше, как говорится. А потом я уже передавал, наладил, ну как, пытался наладить производство, но без популяризации, будем говорить, без информированности населения, правильной информированности, ничего не получится, потому что человек, когда смотрит на это изобретение, он видит просто, ну, кусок металла. Ну, говорит, как кусок металла? Бочка. Ну, бочка, да. Да, он говорит, ты что там, с Майдана ее украл и так далее и тому подобное. Знаете, вот бывает, шутят. А бывают те, которые вот есть, одни, которые верят во что-то, другие не верят, третьи делают. Вот те, которые не верят, тем, которые делают, они проговаривают, говорят, что ты придумал непонятное. Пока человек сам это не увидит, пока он это не почувствует, пока он не попробует уникальный вкус этих продуктов, которые готовятся на бомбе, на этой бомбе, в общем-то, так будем ее называть, пока человек сам не приготовит, в общем-то, сам не использует, потом, ну, он не скажет о том, что мне нравится она или не нравится. То есть это может быть какое-то просто в какой-то степени невежество, непонимание, что оно такое. Но еще раз говорю, на сегодняшний день, к счастью. Хорошо, или не к счастью. Я правильно понимаю, вот да. Участие в конкурсе на приготовление, скоростное приготовление шашлыка, это такой способ популяризации изобретения? Ну, я в моем случае, да. Почему? Потому что я хочу, чтобы это изобретение осталось, будем говорить, в истории именно Украины. То есть не кто-то у нас украл потом изобретение это и сказал о том, что это мы придумали, как когда-то это было зонтиком. Но да? Я вот здесь вижу патент у нас. Ну, патент, да. То есть оно уже официально запатентовано. Конечно, да. Еще в 2014 году как раз. Так, ну, я это, собственно, к тому, что украсть-то теперь уже не получится. Если не получится. Документ, подтверждающий, совершенно что вот есть верно. У этого прибора, есть изобретатель. Да, совершенно верно. Тут... Ну, так вот, собственно, и возвращаясь к скоростному приготовлению шашлыка. Это был такой способ популяризации изобретения. Ну, доказать людям о том, что шашлык можно, полноценный шашлык приготовить за 4 минуты. 14 минут это с момента распала самого мангала, то есть, ну, будем говорить, бомбы. Зажигаешь спичку, он разгорается за 10 минут, и за 4 минуты как раз под этой большой температурой он быстро, моментально выжаривается. Когда мы готовились к эфиру, вы сказали, что вы не собираетесь останавливаться на достигнутом. Возможно, будет следующий рекорд. Какой именно? Ну, сейчас я проговорю, да. Рекорд я хочу поставить, то есть это экономия. Это прежде всего экономия самих веток при большом выходе, скажем так, продуктов, которые можно приготовить. В данном случае я хочу на килограмме веток пожарить 3 килограмма мяса. И у меня это получится, потому что уже не первый раз я это делал. Вот. Это очень важно. И опять-таки давайте вспомним о том, как мы, человечество, сжигаем озоновый слой. Как там в «Матрице» когда-то говорили, мы сожгли свой озоновый слой. То есть давайте подумаем о природе и килограмм веток, и 3 килограмма или 5 килограмм дров, которые надо спалить для того же количества шашлыков. Мне кажется, это, ну, имеет право на жизнь, да? Производство бомбы по-прежнему продолжается в кустарных условиях в гараже? Нет, уже ничего не продолжается. Скажу так, зона, ну, будем говорить, АТО, она же тянет средства самих волонтеров. Мы не только привлекаем, скажем так, общаемся, сотрудничаем с различными организациями, также тратим свои деньги. Где-то, может быть, на бензин, там, на солярку, а может быть, ну, кто-то нам дает и так далее. По этому поводу, ну, в общем-то, на сегодняшний день наши
запасы, будем говорить, финансовые, то есть они находятся на пределе. И это не позволяет нам вот запустить в работу это. Конечно, надо привлечение организаций, будем говорить, сильных людей, которые могли бы и хотели бы быть заинтересованы вот именно в этом изготовлении. И я думаю, Николаев смог бы вот даже таким образом прославиться. Почему? Потому что представляете, как глобально проговорить, что в Николаеве мы нашли эту бомбу. То же самое, как я проговаривал насчет зонтика. Зонтик в Китае вначале изобрели правильно, а потом его начали в Европе использовать только через 200 лет. Ну, таким вот образом. Будем надеяться, что сейчас уже время более динамичное, и сроки продвижения вашего изобретения не растянутся на сотни лет. Я в это верю. Я в это Хорошо. Верю. Вы такой достаточно разносторонний человек. И вот в какой-то момент вы, в общем-то, так выдвинули идею и, в общем-то, даже реализовали проект психологической реабилитации людей, которые, вот, собственно, находились в зоне военного конфликта. О чем идет речь? Давайте в какой-то мере, да. Было, да. Было и есть на сегодняшний день. Но сейчас на меньшем уровне. Раньше было на большем уровне. Почему? Потому что в зону АТО вначале, то есть когда это начался этот конфликт, ехали все ребята. То есть кто-то был психологически не готов к этому, но он хотел ехать, то есть и он понимал, что нужно защищать границы своего государства и так далее. Вот. И люди от этого страдали, кто от ранения, кто от каких-то определенных там синдромов, будем говорить. У кого-то были депрессивные припадки, у кого-то были суицидальные синдромы. То есть это надо было решать. Почему? Потому что, ощутив в какой-то мере на себе, будем говорить, вот эти прелести в кавычках, да, то я понимал, что это сейчас востребованная профессия. И я, конечно, пошел в университет Украина, отучился там, получил образование выше магистра реабилитолога. И свои знания, а также знания своих коллег-психологов. То есть мы начали использовать в этом кабинете. Что он себе представляет? Это не центр, это кабинет. Обыкновенный кабинет на берегу реки, то есть где человек может прогуляться, подумать о жизни, пообщаться с человеком, просто которому надо выговориться. То есть проговорить о своих проблемах для того, чтобы стало легче. Вы знаете, что общение – это и есть вначале психологическая проблема, и решение ее – это и есть первый доктор, в общем-то, для человека. Потом это все психологическое перерастает в физические недуги и так далее. По этому поводу на стадии зародыша проблемы мы эту проблему решали, насколько это возможно. Я скажу вам так, если даже там двум-трем человекам мы помогли на 100%, а я уверен в этом, что мы помогли за это все время, он уже себя оправдал, этот реабилитационный кабинет. Конечно, хочется открыть центр полноценный, то есть чтобы там была не только психологическая, но и физическая реабилитация. Вот сейчас, я думаю, все-таки мы будем вести переговоры с, может быть, на лечебными нашими учреждениями и так далее. Может быть, на базе какой-то больницы мы откроем реабилитационный кабинет физической реабилитации. Это хорошо, это правильно, это должно быть. Люди просто, может быть, некоторые не совсем понимают, что такое реабилитация, но опять-таки это уже больше, будем говорить, забота нашего государства, скажем так, проговаривать, что такое реабилитация, чтобы люди этого не боялись, то есть и не думали о том, что если иду к психологу либо реабилитологу, значит, я ненормальный. Ну, дело в том, что, наверное, просто отсутствует соответствующая культура даже в обществе, даже вот без относительно к войне. Понятно, что с теми проблемами, с которыми Украина там сталкивается последние 3 года, ну, до этого действительно, так, во всяком случае, массовой проблемы не существовало. Согласен. Вот. А ну, в принципе, вот отсутствует культура общения с психологом. Я еще раз проговорю. То есть, если мы, ну, позволяем, мы люди, позволяем себе запускать рекламу водки на телевидении, то есть почему мы не можем проговорить о том, что приходите к психологу, то есть семейный психолог поможет, то есть сохранить браки, сохранить семью, сохранить вообще здравость ума. То есть сейчас люди очень много путаются, то есть которых, ну знаете, вот у нас есть пророки, лжепророки, фарисеи и так далее, то есть которые ведут не совсем туда, куда надо. То есть и потому я считаю, что с психологом это самое оно общение. То есть это и есть, ну, вариант спасения. То же самое, как я на сегодняшний день работаю над рецептом долголетия. Почему? Психолог не может, скажем так, сделать такой рецепт. Это важно. Это важно, и людям, я думаю, это надо будет. С вашей точки зрения, в чем может быть секрет долголетия? Ну, я вам проговариваю. Во-первых, это образ жизни. Насколько человек себя бережет. То есть, ну, понятно, то есть не должно быть фанатичного к этому отношения. Второе, то есть какие-то определенные органические продукты, ну, органического происхождения, благодаря которым сохраняется, вот этот, будем говорить, здоровье человека и долголетие. То есть, и опять-таки, я над этим работаю.
Я имею сейчас определенные знания. Сейчас я учусь на психолога. Вот. Опять-таки, знания реабилитолога мне позволяют, то есть это восстановление после болезни, позволяют использовать те или другие, допустим, какие-то препараты, опять-таки, еще раз говорю, продукты, будем говорить, которые плодотворно, хорошо и очень, ну, очень классно отражаются на здоровье самого человека. Так, если просто сказать. Хорошо. Возвращаясь к проекту «Бомба». Ну, возможно, кто-то из наших зрителей захочет его поддержать, например, материально. Как вас найти? Где вас можно найти? Mm-hmm. Как, собственно, в этом всем можно поучаствовать? Можно номер телефона проговорить или как? Почему нет? Ну, раз мы здесь встретились. Отлично, отлично. Mm-hmm. Мой номер телефона 09-88-22-44-66. Также есть, моя страничка есть в Фейсбуке, Евгений Воробьев, так и есть. Вот. Это было бы очень хорошо, отлично, чтобы... Я не искал инвесторов где-то за границами Николаева. Если люди были бы заинтересованы, мы могли бы его реализовать. Тем более при наличии патента мы можем сами формировать цену. Опять-таки, это уже изобретение себя оправдало. Мои знакомые, которые, в общем-то, видели приготовление, уже и себе это все сделали, и на дачах, то есть используют. Кто-то даже выходит на катере в море, то есть ловить рыбу или просто отдыхать. Тоже его можно использовать, в общем-то, на катере, то есть распаливать эту бомбу. Она абсолютно безопасная. И еще очень важно в том плане, что во время дождя, то есть тоже можно продолжать готовить за счет этой заслонки. Ну, блюдо сковорода. Евген Воробьев, голова правления благодійного фонду «Рух милосердия», був нашим гостем і доповідав наше питання. Дякую, все найкраще, успіху. Спасибо. До бачення. Будьте здорові.